и любил, и женщины проказы, что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы по району про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге рядом с морем, с этим не шути, встретил я одну из очень многих по району на моем, на жизненном пути. А у ней широкая натура, а у ней открытая душа, а у ней отличная фигура, а у меня в кармане ни гроша. Но ей в подарок нужны кольца, кабаки, духи из первых рук, а взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг. Я тебе, она сказала, Вася, дорогое самое отдам. Я сказал, за 100 рублей согласен, но если больше, с другом пополам. Женщины, они как злые кони, на дыбы закусит у дела. Может, я чего-нибудь не понял, но она обиделась, ушла. А через месяц улеглись волнения, через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена.